Мне какой кайф расслабляться на ШП, сука. Да, это, конечно, не тот Макс, который в пятницу был. Мы там... Сколько мы часов тогда шли? Где-то с 8 мы шли. Ты до часу. Ну там я танковал первый раз. Я и релил первый раз Макс. Сейчас опять. Что хоть Роланда была и бест проту. Сейчас опять по-любому шапка на привста какой-нибудь упадет. На друида. Не на лоба. Никогда. Да, было пара человек. Был же еще Макс Шаман тут с нами, по-моему, сейчас. Да. Я на допронос там кто-то ушел. Угу. ШПшка тут вообще в кайф. Второй кнопкой просто хочешь скелетов взрываешь. Ну, в смысле, вторая кнопка, это у меня. Это вторая. Таким лазером, да. Лазером, да? Да не, причем тут лазер? Знаете, как эта хрень называется-то? Там сложное название, короче, какая-то там чума. Скорее всего. Всепожирающая чума. О, так он называется. Там типа первый тик как раз хватает на то, чтобы скелета взорвать. А первый тик сразу же с каста. А, тут на десятке же не контроля нет здесь. Да, тоже можно, там КД большой просто. Тут ходишь, щелк, щелк, щелк. А типа ШПшка по мане, наверное, никогда не сядет. Там просто, не знаю, столько всего есть, чтобы ману восстановить. Лука вообще, как будто, знаешь, кран открыл, как мана полилась, пиздец. Кстати, Войд, по поводу ДЦшки, ты же знаешь, наверное, мне интересно, я смотрел гайды по ДЦ, там пишут, что нужно собрать типа хосты до херища, чтобы ГКД меньше было. Это правда или это какой-то трендёж? Да блядь, бред это все. Ну типа, в реалиях там ЦЛК капом считается на РДДшников 1260-1270. А что больше идет, это не всем важно. Ну вот, я просто думал, начал собирать ДЦ-шку свою, типа второй спек. И, блин, на скорость, думаю, ну блин, это же пользы совсем мало будет. А ебать, я завтыкал. Только развернулся, чтобы в войс зоне стоит. Два друида там, решайте. Да я же эту дуру убил. Не понял, показывает, что уже реснули. Хуйня какая-то. Бармалюга зашел. Вся жизнь перед глазами пролетела.
Давайте Геру. Твой находный шаман. Да-да. Залупа выпала. Так, ну чё? Вот эта залупа, которая посох, наверное, аж кроме меня никому не нужна, правильно я понимаю? Я думаю, ты ж только на друида. Да, только на мишку. Короче, это самое. Кто там идет, кто не идет, вы собираетесь. Куда в первую очередь пойдете? ОСА или ОКА? Или как? Давайте. Да все равно куда мне, в принципе. В ОКА хотелось бы, конечно, попасть 100%. Да. И, ребятки, так на сегодня все. Всем спасибо.